Привет, народ! Привет всем, кто меня знает, кто меня смотрит, следит за моим творчеством и за новостями в целом нашей деревни. У нас, видите, какая хорошая, во всяком случае, в данный момент погода наступила. Второе пришествие бабьего лета, да. Сегодня 5 октября, так что с днем учителя, те, кто имеет непосредственное отношение к работе учительской работе. Кто работал учителями, будет работать, кто учится на учителя, и у кого есть в семье родственники учителя, и все, кто работает, ну, все, кто связаны с образовательной деятельностью. Короче, слава надо, еще хочу. А это совсем колесо слабое. Тут даже плачка есть нет. Обычно что-нибудь нагрузишь, и оно это слабо совсем. Почему я так мало качаю его? Качал слабое. Ездили по ягоды, по грибы, чтобы не трясло так сильно, не било. Ну а сейчас вот навоз возить надо, накачать побольше. Вот так. Уже обломал одну шпильку. Здравствуйте, друзья! Эпопея с колесом в самом разгаре. Хотя, ну, может быть, ну, что-то интересного, может быть. Снял, сделал, открутил, наладил. А вот не все так просто, вот, друзья мои. Уже один ключ сломал, второй ключ уже погнул. Остался последний ключ. Сходить надо к деду Пете и забрать, и попробовать еще здесь. На выходных стал качать колесо, накачал колесо. И колесо получилось так, что выстрел на выстрел выстрелило. Ну что? Тележка-то нужна, возить надо навоз, говно, и так вообще в целом. Стал крутить, разбирать, вот. Сломал свой сначала ключ. Пошел к соседу дядь Володе, взял. Стал его ключом крутить, но у него тоже был наджабленный. И чуть-чуть я его ключ погнул. Короче, отдал я его ключ назад ему. Сходить надо теперь у деда Пети взять ключ. У него там вроде как целый должен быть, хороший, усиленный. Ладно, посмотрим, чем дело закончится. Ну, а колесо надо. Как всегда, поломка случилась не вовремя. Надо и навоз возить. Да и вообще, в целом, осенью телега всегда нужна годная. Пригодится. Так что вот так вот. Ну, а это такое вот средство. Смазка универсальная. Которая очищает, отталкивает влагу. А вот они, боевые потери. Откололась вот здесь вот такая штучка. Вот видно, наверное. Вот трещина, и вот. И, короче, она расходится. Тянул я вот такой вот трубой. Сорвал, правда, все гайки. Сорвал гайки, но откололась, и все. Сейчас вот хочу сделать накладочку здесь и это все дело проварить, заварить. В идеале бы, конечно, бы найти кольцо и закрутить. Так что, ну, хотя здесь, в этом месте, она нормальная. А вот у дяди Володи ключ брал, у соседа.
У него в этом месте вот он пошел гнуться ключ. Но я ему, правда, целый отдал его и назад. Так, друзья, у нас сегодня в данный момент очередное включение, очередной блок. Блок деревенский такой. Ой, короче, 2 недели назад, наверное, может быть больше, стал качать колесо на телеге. И лопнуло колесо. Колесо стоит, вот оно где стоит. Кстати, телега мне нужна сейчас и навоз возить, и дрова возить, да вообще везде нужна. Тут должны быть дрова лежать, поленницы, которые на огороде. Вот это стояло колесо, тут даже флиппер стоит, я его ставил. Я 2 года назад ставил этот грибок вот сюда, здесь разошлась шина, лопнула, вылезла титька. И стал шоркать. Короче, поставил я грибок, это я сам ставил. Стал качать колесо, и вот отсюда вылезла очередная титька. Пока я хотел его спустить, оно на выстрел бабахнуло. Ну, на выстрел, надо менять, надо разбортовывать, делать его колесо. Это, короче, вот, покрышка и камера, конец. Как вы считаете, стал откручивать. Сломал я. Блин. Два ключа сломал. Свой сломал. Отцов сломал. У соседа дядя Володя взял, его погнул. Короче, 3 ключа запортачил. Взялся резать я болгаркой, потом отрезал. Чего только я не делал. Это вот шпильки. Сейчас покажу. Короче, я тут уже убрался. Вот диски лежат. Диски стояли на болтах. Это тот внутренний диск, а это внешний диск. Короче, вот видите, как я их только не пилил. Здесь обломал 2 болта, стал откручивать, и, короче, они сломались, эти гайки отпали. Как я их только и так пилил, и эдак, и рубил, и, блин, вообще жесть. И грел я их, вот видите, и грел я газовой горелкой, и что только я не делал. Так вот. Вырезал, все было здесь заподлицо. Не могу снять и все. Потом додумался. Стояли шпильки. Шпильки стояли эти родные. На 8 шпилек стояло. Родные вот здесь вот. Вот так. Короче, я взял, побрызгал. Да я и тут же брызгал тогда. Короче, очистил от грязи раз, накидным ключом пошла 1 шпилька хорошо. Я раз рожком открутил хорошо. Ну и, короче, открутил я все шпильки, 8 шпилек здесь, в этом месте. И выбил сюда, и тогда колесо, это, диск снял. Вот такая вот фигня, друзья мои. Что-то я тут не делал, вот. Блин, ну... Короче, это у меня тут вот шпильки, вот они валяются. 1 шпильку я завтра, наверное, в Мурманск поеду и прикуплю 8 шпилек. И гайки надо заодно, чтобы вставить их. И заодно купить колесо. Сюда. Ну а что делать? Валтуру возьмем. Какая разница? Колесо-то надо возить. Возить надо навоз. И дрова возить надо. Так, здесь стоит колесо Валтура марки. Стоит в том году я его ставил. Ну, ходит нормально, ничего. Подкачать его надо еще посильнее. Здесь тоже диск стоит. Здесь на 6 этих
шпилек стоит, диск ступица. Хотя одна не работает через шпильку без гайки. Но ничего страшного, будет работать. Ну и там поставим волтуру. 5450 стоит у нас в Муромцево колесо. Волтура с камерой и с флипером. Так что поеду. Куплю шпильки, вставлю их сюда, поставлю колесо, волтуру. Ну и все. Вот оно, друзья мои, какая вот фигня. Вот она. Вот кто-то мне скажет, напишет в комментариях, может быть. Поставь грибок, будет еще ходить. Да вот она. Вот он грибок стоит. Она чуть маленько нагрузку дашь, она начинает рваться здесь, рваться. Или не здесь рвется, так здесь рвется. Это все ерунда. Это вот легкое какие-нибудь работы делать, что-нибудь такое возить, более-менее ничего пойдет. А как чуть посильнее, это все фигня. Не дюжит оно, не дюжит. Так что мое мнение, надо ставить новые. Новые поставишь, уже будешь там лет 5 ездить, не заглядывая. Ну, кто-то мне напишет, скажет: а не будешь ты 5 лет ездить, мол, полопается волтура. Ну, сколько будет, столько будет. Но уже знаю, что 2-3. Да ну, что оно полопается? Ну, 5 лет-то будет ходить стопудово. Я же тут не каждый раз буду грузить такие большие. Так что вот так, друзья мои. Трактористы, сельские жители и все остальные, сочувствующие им. Как бы то ни было, а технику надо поддерживать в рабочем состоянии. Ну, хотел снять, короче, ступицу здесь. А ступица здесь заварена. Это заварил не я, это заварил сосед дядя Володя еще, когда работал в колхозе. В колхозе собирал эту тележку, вон. Возить обеды, возить людей, ну, на Т-25. Вот так. Ну, ступица заварена. Ну, а тут что? Откручиваю, меняю смазку. Ну, что можно там заменить? Выковырю и там набью селидолом. И дальше пошел. Вот так. Все. Пишите комментарии, как делаете вы ремонты. Если у вас бывают такие проблемы, не можете открутить гайки, как вы откручиваете? Интересно узнать. Ну все, на сегодня эпопея с колесом совсем закончилась. Да, идти надо за коровами, да, собака? Вон собака наша. Ай-яй-яй. Ладно. Всем пока.